Несмотря на выходные дни, связанные с коронавирусом, занятия на открытом воздухе разрешены, а купель находится только на открытом воздухе, считай. Поэтому вот сегодня у нас человек 15, едем закаляться для того, чтобы коронавирус нас не смог одолеть. В следующее воскресенье, кстати, тоже планируем, так что записывайтесь, друзья. Виталя, быстрее, сильнее, выше. Ты должен сегодня с нами обязательно окунуться. Так, все, проходим. Ну что, окунемся сегодня? Да! Да! Ладно, поехали. Точно знаю, этот путь верный. Выбираю жизнь, нет сомнений. Бьется ровно сердце на пути к мечте. А чем это занимается молодежь? Конем ходи. Скоро будет турнир по шахматам опять. Мне понравилось с вами играть. Стараюсь в самом клубе телефоны. Не стараюсь, а всегда. Либо забираю телефоны, либо запрещаю. 2 часа, ну или 3 часа в день, с учетом тренировки, от телефона надо отдыхать. Поэтому вот в клубе пропагандирую шахматы и шашки. Скоро будут нарды. Потом бильярд планирую поставить. И настольный теннис. Победишь себя на ринге, станешь чемпион по факту. Делай громче звук и раскачай себя под эти такты. Скажи окей, Google, как доехать до Ильинки. Затем следи по карте, чтобы не проехать мимо. Увидишь надпись Ярополка, заходи смелее. Мы ждем тебя уже давно, толкни дверь посильнее. А, ну все, пошли. Здоровым, это модно. Ощущай себя счастливым и свободным. В здоровом теле, дух героя. Осень, листва спала, но зимой здесь очень красиво. Снег лежит на деревьях. В пандемию, ну как в пандемию, сейчас не пандемия. Сейчас выходные дни, все закрыто, в том числе и наш комплекс. Но чтобы мы оставались в строю, мы все равно купаемся. 31 октября 2021 года, Ярополк в количестве 15 человек, несмотря на то, что сейчас все закрыто, мы купаемся. Для чего? Для того, чтобы не болеть, повышать свой иммунитет, а самое главное, чтобы коронавирус от нас отступил. Ух, немного боязливо. Купаешься? Да. Как ты думаешь, тебе понравится? Да. Почему? Потому что здорово, это модно. Красно, давай. Все, что есть у меня, победы каждого дня. Я верю в то, что все сбудется. Я полсила! Ты глаза открой, ты все, ты в раю! Этот человек специально дождался возраста 17 лет для того, чтобы не сдавать вступительные экзамены, не показывать мне книги в конце триместра и не сдавать зачеты по истории. Полтора год тебя не было, да? Да. Боитесь? Боюсь. Ой, как боюсь. Ничего страшного. Полная ответственность, так и духами. Ладно. Ой, а я не так.
Как? Ой, круто! Никогда ничего не бойтесь. О. Это просто the best. Я бог, закаляю всех. О, окунулись, настроение супер, все невзгоды уходят моментально, а самое главное, повышается иммунитет, но это надо делать постоянно, раз в неделю, если делать это раз в полгода, иммунитет как был, такой останется, а за счет того, что вы каждую неделю будете именно с Ярополком ездить, поверьте мне, болеть не будете, и небольшой кроссфит наверх, фотограф и оператор знают. У них даже нагрузка побольше. Закаливайтесь с Ярополком!